Ты что, медитируешь, Сережка? Я? Да. Мечтаю о высоком. А что? Да, странная позиция у тебя просто была. Мечтать о высоком? Угу. Ты сейчас поймешь, за что я речь буду держать. Стихи мои. Вот только в голову пришли. Что такое? Чего ты ржешь? Ну-ну, давай, я слушаю. Послушай, женщина, и запоминай. Когда мечтаешь о высоком, а в холодильнике голяк, идешь на кухню за лимонным соком, ну а на кухне, как всегда, бардак. Там нет ни сока, ни омаров, там нет сегодня даже карася. Тогда ты, аккуратно вспоминая, берешь картошку и айда! Оператор, ты поняла, за что я хотел сказать? Маяковский отдыхает. Маяковский? При всем уважении, таки простите. Короче, я хотел сказать, ребята такие высоком. Сегодня будет не блюдо, а просто шедевр. Самое обыкновенное. Вот как я его назвал. Короче, простая еда олигарха. Вы сейчас все поймете. Короче, сегодня будет каша, банкет такой умопомрачительный, ну просто сногсшибательный. Так что мой вам настоятельный совет. Ребята таки подготовьтесь, заварите себе чайку, там кофейку, какой-то бутерброд, намажьте маслом. Сварите картошку уже в конце концов. Сварите картошку в конце концов, да. Сегодня будет не омаров, там, ну их в баню, короче, все эти, голубые деликатесы, правильно? Сегодня будет по-простому, по-нашему, но самое, что ни на есть, вкусное. Друзья, всем привет, с вами Детский Лепован. Привет, мои хорошие друзья, сегодня будет красота. Так ты что, что у меня есть? А что уже варится, ты показала? Нет. Как ты? Эх ты, оператор. Я казанчик показала. Тихо, что уже кипит? Катюня! Картина маслом, ты посмотри, картошечка, мы когда на Киевском покупали, ты же даже не поняла, за что я хотел рецепт сделать. С тобой попробую поймать, вот так, Сережка. Вот ходишь по базару. Да, цены, конечно, там бывает космолет, но картошечка обыкновенная, там кусочек сала тоже себе такая интересная цена. Помидорка у меня лежала, купил пучок зелени за 15 гривен. Короче, сегодня такой маленький, бюджетный, но, мама дорогая, аппетитный олигархического размара сегодня будет стол. А где грибочки мои? Ты шо? Лежат, забыл вынести, это я ослеп, ты понимаешь? Смотри сюда, короче. Лучок есть, цибуля наша... Не торопись, пригодится еще, короче. Я ее подмариную. Лучок просто будет красота. Сало, картина маслом. Липованские помидорчики. Но это хочется просто, я даже не знаю. Есть, и еще нет, да крышку полизывать. Очень вкусные. Огурчики есть. Там масло, чтобы оно было здоровое. Бутылка турецкая, но масло таки наше, жареное. Семечковое, настоящее. Я сегодня буду... Ух ты, чебучить по полной программе. Так, что тут, укропчик есть, укропчик. Катюня, ты мне таки пардон. Дар речи, да? У меня не то, что дар речи, у меня отшибло все нафиг. Давай сегодня снимать молча, потому что, ой, волнительно, очень волнительно. Селедочка, мини-селедочка. А ты видел, что она вся большая цветная? Тюлечка. А это? Да, посмотри, это же все. Да я знаю, что ты мне рассказываешь. Да ты что, как она блестит. Пару кусочков хлебушка. Эх ты, японец, выходи, у тебя сегодня будет работы так, что просто японцы будут тебе завидовать, что ты попал таки в надежные руки. Я тебе говорю, самура собственной персоной. Начинаем. Это тебе не тунца разы. Что? Начинаем. А что, это репетиция была? Не знаю. Я уже хочу кусочек. Оператор, ну раз, как это, ты уже снимаешь, давай по-новому. Друзья, всем привет, с вами Детский Лепован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, рассказать стих о высоком. Не буду рассказывать, смотрите в нашем видосе. Получайте удовольствие, всем привет из Одессы. Что ты красиво тыкаешь? Видишь? Да, ну так сабер варит, ты чего, ёшкин ты кот. Эх ты, еще пригодится? Блин, вот это может, да. Может, потише сделаешь? Кого? Да пусть шмаляет, тут газ, знаешь, какой экономный? Пипец. Ну, а может, и потише. Опача, смотри, на минималочках. Поехали. Это, кстати, полезно дышать, дыши. А я два раза хапанулся, да? Нормально уже, эх ты, чистое здоровье. Одеяло надо тебе дать. Что? Тебя не накрывали одеялом так над картошкой дышать? Эх ты, оператор, я же не больной.
Давай, пройдемте. Так, что нам весь сегодня не понадобится, чисто краешек, да? Давай, вот тебя. О, уже горит. Слышь, это я хлебушек там поджарю. Хотя, что я накрываю, сегодня же мясо не будем гонять. Сегодня простое, великолепное, шикарное блюдо. Так, черненький хлебушек. Пусть жарится. Катюшка, иди сюда, будем делать, наряжать. Хотя, давай, ты снимай, я тебя не отвлекаю. Не отвлекай меня, просто да. Делай красиво. Угу. Так, что есть? На тюлечку сало нужно, наверное, зелененький лучок вот так вот порезать и маслицем полить. Катюша, подожди, я сейчас хочу быстренько подмариновать вот этот лучок. Для чего? Маринованный лук? Угу. Да просто? Ты чего, ёшкин кот? Без лука маринованного никуда. У нас сегодня прям застолье с тобой, Сережка, намечается. Званый ужин? Ну уж не знаю, ты меня вроде не звал еще. Ну, считай, что позвал уже. Угу. Хорошо режет? Великолепно. И не липнет, да? Кому? К накире? Угу. Не. Это такая бритва, что просто пипец. Он не успевает. Как эта тряпочка называется, в которую ее заворачивают? Его? Ножны японские. Да не. По-японски? Вообще, наверное, есть название. Просто мне интересно. Товарищи японцы, я знаю, что у нас идут просмотры из Японии. Есть. Напишите. Парочку-тройку человек. Да, как называется? По-нашенски это, ну, нет, портянка для ножа. О, поняла? Портянка для ножа. Не позорься, может, Сережка. А я не буду. Вот и положи. Во. Что ты хихахахахахахаха? Дай помидорку. Помидорку тебе дать? Да. Я понял, ты заржала, чтобы я опять сегодня открывал вот это вот. Ты меня голыми руками не возьмешь. Так, лучок. Опача. Катюша, смотри, что надо сюда. Давай. Ты не знала, но я тебе покажу. Сольки буквально чуть-чуть. Угу. Сахарочку. Побольше. Чуть-чуть побольше, да. Вот так вот, 5 раз пожала и хватит. Чтоб сильно не усался, слышишь? Укроп не надо. Сюда? Да. Да ты чего? Угу. Пахнет как. Да ты что, он уже сочный. Эх ты, уксус. Хватит, я знаю, что хватит. Еще лимонный сок масло добавляют. Кого? А я уксус люблю. Масличко жареное. Вот чуть-чуть. Да ты что? Ну хочешь, чтобы было совсем красиво? Я тебе сейчас парочку перышек сделаю. Откуда у нас такой лучок красивый? А я на базар сбегал, пока ты по делам ездила. Серьезно? Да. Я же тебе сказал, там видео. А, ты, конечно, не слушаешь. 15 гривен лучок стоит. И тебе не лень было бежать? 15 гривен лучок-пучок. С ума сойти. Вот это ты меня удивил, Сережка. Катюша, ты из меня делаешь кого, елки-палки? Лентяя, мама дорогая. Да весь мир знает, что я люблю потрудиться. Я так и сходил. Ребята, не поленился. Да ты что, смотри. 2 минуты, даже меньше, и первый шедевр уже готов. Угу. Это можно есть даже без хлеба. Давай. Вилку дать? Бабах-трах-бах. О, Катюня, слышь, чуть не забыл. Елки-палки, перчика немножко. Все, угу. Пежик, ваша песенка спета. Вот теперь точно файно. Готово, что-то режать тебе помидорку? Не, я не эту хочу. Да ты понюхай, я ты знаю, чего? Я хочу другую. Ты не понимаешь? Ребята, ловите по аромату. Это просто сводит скулы, слышишь? Вот я говорю и понимаю, что там происходит. Такие, пардон, о, долго не буду снимать, в Одессе таки холодно. Такие, пардон, извините. Эх. Шикардос. А? После этого дела это то, что надо, елки-палки. И алькозельцер там, и анальгин, и аспирин, и еще какие-то там клизмы. Ничего не помогает. Сразу голова как рукой снимает. Ты так рассказываешь, как будто бы ты это пробовал. Как это? Да пацаны рассказывали. А-а-а. О, вот тебе на. Так, это сюдой. Сальца врезать? Давай, Сережка. Помидорка подразни. Слышишь? Да, да. Так ты что? Сальцем угостит. А? Я даже резать буду медленно. Слышишь музыка? Не слышишь? Она есть, Катюня. Ёпсель-мопсель. Людям что сейчас делать? Как бедным пожелать приятного аппетита? Товарищи, а ребята, сала нету. Приятного аппетита. Бегите на привоз. А кто не может побежать? Напишите Тане, там, ёлки-палки, в конце ты концов. Контакты же мы оставляли. Просто ну, да вам видишь, тут все будет нормально.
Давай уже тот кусок хлеба мне хрустящий. Катюша, слышишь? А ну давай подруга. Я хотела помидор. Ты только что взяла меня вот это немножечко и ранила. Чего? А если люди, которые, допустим, нас смотрят после там тяжелой болезни и нет аппетита, понимаешь? А еда есть. Угу. Ну не из моего стихотворения, что там в холодильнике голяк, слышишь? Вот есть все, кроме аппетита. Ребята, так имейте шикарный аппетит. Кушайте на здоровье. Это, наверное, вечно можно снимать. Вот это? Да. Ну ты каждый будешь вот так вот показывать. Так это ювелирная работа, посмотри. Я сейчас буду уже... Смотри, как тянется. Мраморная свинина, просто шикардос. Кусочничать у тебя, слышишь? Ты что, каучуковая, одесская. Кусочничать? Да. Да ладно, кусочничать тебе можно. Спасибо. На. Спасибо, займи, я побольше взяла. Займи себе... Вот. Ого, вот то. И что? Тает? Лука, хлеба не хватает и соленые помидорки. Да у меня все и есть. И картошечки вареные. На, огурчик. Ой, огурчик, смотри. А это маринованная радость. Ты что, опята? Или как там, опеньки, винницкие. Прелесть. О, слышь, у меня даже сюжет созрел, которого не было. Сегодня пробуешь ты. Хорошо. Ты. Я тебя боюсь, молодой человек. Ты в сердце моем. Живешь огурцом. Так, о, слышь, хлеб, нормально все? Ё-моё, почти чуть-чуть сгорел. Эх ты, подправим. Ты же, как это? А я тебе сказала. Мы это поглядываем. Угу. Что? Опять сейчас вся страна будет смеяться. С меня? Да. Надо ржать, ребята. Смотри, там да мне... Да потому что открывашка мне нужна. Не переносил у себя. Да потому что нужна открывашка. А у тебя что, нету открывашки? С собой нет. Еще. Слушай ты, оператор. А кто тебя так научил? Вот? Трактористы. После тяжелой работы, ага. Гоняя по полям, ты реально устаешь. И тебе хочется отдохнуть. Что делать? Отдохнуть. Ты неправильно вот говоришь. Это... Как отдохнуть. Что? Отдохнуть. Не отдыхнуть. А трактористы именно хотят отдыхать, ты понимаешь? Отдыхать по полной программе. Да. Ну а как это? Чтобы этот отдых хорошо заходил, всегда брали какую-то консервацию. О, есть. А открывай ее же не гаечным ключом на 48, о, вот слышишь? Это вот достань мне. Давай. А ну дойди, чтобы пальцы у меня влезли, слышишь? Давай, у меня давай. Такие руки боженька уродил. А нет, аккуратненько влазят. Смотри, как она треснула. Для тебя, любовь моя, это как в том фильме, слышишь? Давай, давай. Это не цигарка шкварчит. Это моя любовь до вас трещит. А? Ребята, я с вами вот полностью солидарен, понимаете? Вот я именно с вами. Хотя стою по ту сторону экрана, я реально с вами. Вот она ест, чтобы не сказать, короче, плохие слова. И лезет же в тебя это все. А? Сережка, так вкусно. Понимаю. Эх, понимаю, но сегодня пробовать будешь только ты. А я буду мучиться, короче. О, по делу мне, правильно? Вот это дрочить людей, вот это аппетитно нагонять. Ребята, я с вами, чтобы вы были здоровы. Катюня, я так разогнался этими деликатесами, что я вообще забыл о главном. Просто о главном. Я с чего вообще начал все это блюдо? У меня, спасибо Олегу, конечно, маршалу и вообще там нашим вилковским рыбакам, случилось необыкновенной красоты. Мама дорогая, золотая баночка, просто селедочка. И вот чисто она меня сподвергла создать вот это вот блюдо. Просто именно, скажем так, каша из топора. Голубая ты радость, дунайская селедка. Это в собственном соку? Это в собственном вообще именно. Я ее хранил и хранить больше не буду. Опять этим локтем своим. Ты давай это не снимай, уже и так люди знают, как надо открывать, слышишь? В каких? В экстремальных. Я хотел сказать, в криминальных, да, в экстремальных. Готово? Да. Катюша. Покажи. Я хочу, чтобы ты нюхнула. Угу. А?
все сардины мира, все скумбрийки там под разными соусами нервно курят, аж оператор закашляла, когда почувствовала вот такое, понимаешь? Хотя я думал, это от кашля, а получается для кашля? Не-не, это случайно. Ох ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо. Так, смотри. Я его даже не лезвием, а вот так вот немножечко аккуратненько. Эх ты, подрепить. Сережка. Это не эх ты, это от изжоги. Хотя такого блюда изжоги не бывает. Ну, аккуратненько. Все-таки сильно черненькое уберем. Катюша, знаешь, что я сейчас делаю? Догадываюсь. А? Догадываешься? Да. Так ты пожалуйста. Что? Берешь чесночину, зубчик, макаешь в сольку и вот так вот натираешь. Ты так делала в детстве? Да. А? Угу. И что, как тебе этот сникерс? Очень вкусно. Нереально вкусно, елки. Только я не макала в сольку. Аромат. А солью лучше трется. Да? Да, ты, ох ты, Катюша, Катюша, ну да ладно. Не всем так повезло. У меня и без соли хорошо терлось в детстве. Как тебе? Ну, ничего. Ну да. Я у тебя все знаю. Стер в хлам. У меня сейчас все фрагменты детства пролетели, получается. Сколько я вот с такими горбушками по келье гонял. Вот так уж кушаешь, 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 кушаешь. Борщик эту юшечку сербаешь, все остальное сбоку. Бабушка не видит, быстренько кусочек хлебушка с чесночком себе. И фью, на улицу к Сереге, корешам своим вот это вот бегать. Всегда я вот так вот бегал, понимаешь? У меня всегда была одна рука занята. Она у тебя и до сих пор все время занята. Так что, я не подрос? Нет, получается. Чу. Катюша? Так, шматочек сала есть? Есть. А ты прям вот так вот? Ну да, а что ты думала? Все будет нереально красиво. Свои тебе, мне и маме, поняла? Так, чего сюда не хватает? Лука. Хорошо, будет тебе лук. Угу. Катюша, угу. Какой огурчик? Да вот такой. Он в укропчике. Да ты что, какой срез. Идеальный. А ну отстань. Придумал же ты, Сережка, такое. Ты раньше говорила, что я не умею украшать. Я сейчас так же скажу. А думала? Ах, вот так вот. Тогда здесь только мне и маме. А кому же третий? А еще кому-то. Ага. Нам же, как всегда, кто-то приходит. Друзьяки, Королева 88/1, город Одесса, ресторан Архимус. Всегда открыты двери, как минимум, на такой-таки бутерброд. Приходите, есть свободная вакансия. Угу. Какая интересная. Как там? Оператор. Лишний рот в Архимусе не помеха. Поняла? Прямо из меня Кличко полился. Угу. Катюша, а знаешь, как помидорки эти называются? Как? А, да, знаю, сливка. Полевая, правильно? Ну, не знаю, какая, но сливка. Смотри, смычок. У-у-у! Опача. Угу. Да ты что, прям как дерево какое-то. О, прекрасно, прелестно. Что ж, снять курочку тебе? Так ты же сказал, что ты меня кормить не будешь. Передумал? Я тебе для кадра. Одумался, да? Молодец. Не, я не одумался, все нормально. А лучше бы ты одумался, Сережка. А то что? А то что? Ладно, ладно. Как говорит Ульянка. Катюня, слышишь, ну дай загляну. А, о, ох ты, ёшкин кот. Разварилась. Не-не. Готово? Смотри. Сползает. О, тихо-тихо-тихо. Да, уже готово. Надо водичку сливать. Чаем. Что-что? Водичку нужно сливать. Ты как спросишь, ну тебя в баню. Не, выпивать надо. Давай, выпей. Все, тогда выливать. Я беда-беда, йо-хо-хо-хо, та-та-та-та-та-та-та-та. Самые большие картошки я аккуратненько разрежу.
что я с ними буду делать? Понятия не имею. Кушать, подпеку, наверное, на гриле, елки-палки, Катюня. Ну уже как это? Ну поляна так уже по полной программе. Так, картошечка есть. Быстренько смазать маслечком ее. Вот так вот. Жареным, ароматным, эх ты. Даже солить не буду. И сразу отправлю на гриль ее. Что? Ты готов? О, вот это хорошо уже. Зашкварчало. Катюня, пока жарится картошка, иди-ка сюда. Я вот это маслечко, что осталось, видишь? Даже еще чуть-чуть добавлю. Вот так вот, хватит. Сольки, ну просто богато так вот. Шмякну, встань в сторону. И? Возьму чесночок. Опа. И сделаю такую штуку, куда макают картошку. Это самый лучший соус во все времена. Картошки. Правильно? Никакой тебе там тартар и цезарь и рядом не стояли. Все, файно. Все до капельки. Оп. Ох, ребята меня сейчас поймут. Ценители, любители картошки. Это песня. Так, что еще? Пока ножик не остыл. Цибулечка, это вот сюда пригодишься. А вот эта меленькая. А останови меня за руку, слышишь? Давай, давай, хватит, Сережка. Все. О. Я даже не знаю, что здесь из твоих блюд вкуснее. Понимаешь? Катюша? Вкуснее может быть только сам процесс. Сам процесс приготовления, правильно? Я растерялась. Не смотри на меня так. Да хотя бы кивни разок. Киваю. Все. Я просто думаю, с чего бы я хотела начать, а ты тут вот мне вопросы какие-то задаешь. Любовь моя, в твоем случае без разницы, с чего начинать. Все будет у тебя во рте. Во рту. Ту. Такое-то издевательство просто, понимаешь? Надо мной, над людьми, над всеми. Возьми чуть-чуть дальше, оттяни картинку. Возьму, да, Сереженька, не переживай. Сюда. Ну посмотри, я что это за прелесть. Знаешь, а чего здесь не хватает? Чарки водки. О, слышишь? Так ты молодец. Я вот эту хочу с молокой, вот, с краешку. Как там говорят, минуту молчания. Ё-моё. Так, чтобы ее не ранить. Она ж такая нежная консервочка. Хочешь попробовать? Я потом, Сереженька, спасибо. А? Ну ладно, потом так потом двоя попробую. Друзьяки. Такие, пардон. Приятного аппетита. Отшибло все, особенно плохие мысли. А были? Не было. Ёшкин кот. А я знаю, что хочу? Нет. Да на рыбалку. С такой закуской на рыбалку.
Так, любовь моя, смотри. Ёлки-палки. Да ты что, ты пока отвлекалась, я уже решетку сделал. Я уже маэстро, слышишь? Решеточных дел мастер. Ёлки-палки. Сережа, это очень, очень красиво. Да я не за красоту говорю, за вкус. А оно же, наверное, хрустит еще. Вот это? Да. Да по-любому. О, еще одна идея созрела. Сало шматочек положить. Тем более осталось. А ну-ка. Так, а-ля улю. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, да семь, не надо восемь. На каждый, я хочу без сала. Так, правильно. Тебе без сала, а мне с салом. Так, а ну-ка, бекончик наш. Хороший, иди сюда. А я другое хотел узнать, слышишь? А можно его пожарить, как бекон? Конечно, можно. Серьезно? Ну, попробуй. Заодно и узнаешь. Ну, давай. Слышишь, где? Вот здесь, сюда? Угу. А ну-ка. Бекон, беконыч. Смотри, 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 что происходит. Проступает сок. Давай, бери щипцы. Думаешь, уже надо? Ну, готовься. Катюня, я всегда готов. Рановато. То, что слышишь? Надо. Ага, горел сарай, гори это. Я сейчас все поджарю. Сальцо, да? Так, картошечка, ну-ка давай раздвигай. Мы будем сало шмалять. И красиво, и приятно слушать, да? Как поет? Угу. Да, очень приятно. Первый пошел или еще нет? Не, еще чуть-чуть нет, подожди. Не торопи события. Он даже, по-моему... Кто, скворцы уже прилетели? Ага. Нет, это не скворцы. Я думаю, что... Сороки хотят. Сороки? Так они не улетали. А, вон сидит, смотри. Качается. Ага. Да, да давай, вам хватит. Он говорит, дай поесть. Липован. Липован дай. А птицы сало едят. Да, у Васильича всегда висит кусочек. Ага. А ты так и не повесил. Вот. Я его положил. Все, Катюнечка, отодвигай фильмоскоп. Я аккуратненько буду наряжать картофан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты шо? Чудо! О, это надо аккуратненько носить. Катюня. Картина маслом. Так, картошечка есть, сало отодвигайся. Что ты говоришь, грибочков не забыть? Да. Давай, сейчас не забуду. Давайте сопливенькие. Все на наш банкет. Хватит. Угу. А ты с чего начнешь? С чего начну я давать тебе пробовать? Нет, ты будешь пробовать с чего. Я буду пробовать. Да я не знаю, я уже растерялся. Елки ты палки. Ну, селедки, конечно, не знаю. Тут что не хватает? Парочку помидорчиков. Сереженька, уже всего хватает, уже даже перебор. Такая моя липованская красота. Да. Чтоб ты понимала. Картошка есть, все есть. Так куда я вот отсюда начну? Ребята, еще раз напомню, как говорят в Одессе. Имейте такие шикарные аппетиты. Все будет замечательно. Ты что, упал? Под стол. Я теперь реально
Мечтаю о высоком. Я тебе говорю, как вкусно. Катюня? А теперь, короче, как там говорят в цирке? Такое не повторять? Потому что это реально горячо. И необыкновенно вкусно. Ёшкин кот. Как говорит Алекс из Америки. Братик, ёшкин ты кошара. А, вот тебе, на тебе. Помидорку солененькую бери, холодненькую. Или тюлечку. Горячая. Не знаю, огурчики, грибочки. Сейчас смотрит и думает, Липован, ну ты, конечно, еще тот, деревня, без 50 грамм. Ребята, мы таки переболели, аккуратненько выходим из этого состояния, поэтому пью эти витамины полезные, короче, ну и с алкоголем мешать не буду, временно. Короче, друзьяки, вот так вот от всей души, с хорошим настроением, елки-палки, вот не то чтобы кашу из топора, но на основе картошки и вот такой замечательной консервы получилось у нас это очень интересное блюдо. Катюша, ну и на коня сейчас, короче, будет аттракцион, слышишь? И бутерброд имею, и картошечка есть. Эх ты, чесночком помазанная. Что я еще хочу? Лучок маринованный. Ёлки-палки. Буквально вот так вот чуть-чуть. Ну и селедочку. А не-не-не, я еще забыл помидорчик. А соленую тюлечку? Это я тебе. Нет, я так этого есть не буду. А как? Я а, вот. А мне сейчас что делать? Вот как хочешь, так и ешь. Как ты меня кормить собирался, так и кушай. Ага, ага, давай. Эх ты! Наелся? Я не могу остановиться. Я, конечно, в наших видео раз-два попробовал, до свидания, но здесь просто ребята, что вы, ну, таки поймите меня правильно. Ну, может, еще что-то попробовать? Но ты не попробовал еще вот ту картошечку с салом. Да ну его в бане мне за людей трогательно, понимаешь? Ребята, вот так вот от всей души, с хорошим настроением, из Одессы для вас готовил вкусняшки. Самые вкусные в мире. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.